Три гада. Три гада. Put. В небе звезды горят. Раз, добил. Просто. Все, царюга. Умер. Царюга. Просто умер. Братан, ты готов? Да. Я готов. Вот теперь я готов. Потому что... Ты на два закрываешь? Да. Подходим. Все. Там что, кондёр, все включено. Все, еще погнали. Братан, что, мы едем? Да. В общем, прямое включение с такси. Куда мы едем? Тайский мой тайский. Массаж? Джим. Нет. Ты меня наебал? А? Наебал? Ты дурак, ты меня сам позвал. Ты мне сказал один голеностоп, и мы на массаж. Какие голеностопы? Ты чё? Блять, а мы не на массаж едем, да? Нет, не на массаж. Мы едем в мой тай джим. Поздно? Так, короче, мы приехали. Выходим из машины сейчас. Значит, вот оно, 13 колец. Вот так оно называется. 13 монет, вот это так называется. Оно находится где-то. Косметическая клиника рядом. Данзан там оплачивает. Данзан, давай быстрее. Я тренироваться хочу. Я в душе прирожденный боксер. Что, ты? Да. Причем боксер муай-тая. Охрененно. Мини Пакьяо. Серьезно. Крутяк. Один, короче, Орона зовут. Арона. Другой Тотар. Тотар. Так что не знаю, хороший он или нет. Начнем, короче, сами там дальше посмотрим. Ага. Ну сами. Потому что здесь все есть. Скакалки, турники. Ну, все, отлично. Все, ну разминаемся и начинаем тренироваться. Все, давай, поехали. Я прокачаю даже то, что не качается. Надо подкачаться, надо подкачаться. Показываю, мастер спорта по боксу, трехкратный чемпион Олимпийских игр. Стоечка. Раз, левый. Раз. Ой, хорош. Смотри, какой обратный. Давай. Ой, машина. Все, смотри. Улетел. Давай. Стоечка. Добивка. Корпусом работает, понимаешь? Вот это техника. А? Ай-яй-яй. Попал трижды. Жесть. Давай еще раз. Двоечку. Уничтожь его. Ладно. Покажи, кто тут батя. Держим, да, двое. Давай, батю. Раз. Ой. И корпусом добил, давай. Я тебе говорю. Thank you.
Наверное. Очень приятно. А, расскажи о том, как ты сюда попала. Ой, даже рассказывать нечего. Просто села, давно хотела приехать и попробовать потренироваться. Была здесь раньше, ну не в этом кемпе, а в других. Ну, примерно видела, что такое тайские тренировки, и просто понравилось, приехала. 8 месяцев здесь. Ага. Ну, тебе нравится Таиланд, Бангкок? Да, Таиланд люблю. Погода нравится, еда нравится. Бангкок – любимый город в Таиланде. Круто. Слушай, а вот меня всегда интересовало, да, вот как бы тайский бокс – это вроде, ну, не женский вид спорта, но да. Ну, как вот считается одним из самых жестоких видов спорта. Да, один из самых жестоких. Как вот, почему именно этот вид спорта? Ну, это красиво. Ну, есть, конечно, ММА, есть бокс, это, ну, я считаю, что из этого всего муай-тай – это самый красивый спорт. А до этого ты чем-то другим занималась? Боевыми искусствами нет, ну, так. Бег у меня был, волейбол, так и женские виды спорта, А потом уже пошла, попробовала для себя, по ступеньке, пошло. А что вот являлось таким толчком? Сменить там с женских видов спорта, с волейбола Просто попробовала. Просто пошла, думаю, попробую, что это такое. Раз, тренировка, два, все понравилось. То есть нагрузки хорошие. И был хороший пример. То есть видишь людей, которые занимаются. Так и попало. Ага. Слушай, ну вот скажи, а у тебя сейчас есть какой-то там рейтинг или как? Или какая у тебя цель, скажем? У тебя есть какая-то цель за год там достичь чего-то? Ну, в общем, у меня здесь была цель, то есть я хотела приехать в Таиланд и вот биться вот за пояс. Именно вот за пояс чемпиона Таиланда. Ага. Ну, у меня был бой в Хохине не так давно, но это Таиланд, тут надо выиграть либо KO, либо TKO. Ага. Я бой выиграла, но судьи, отдали туда. Ага. Зритель на моей стороне. А сейчас цель так особо, знаете, от боя до боя. Я даже цель выиграть. Но у тебя вот основная цель – это вот этот вот пояс. Да. Мы желаем тебе успехов. Спасибо большое за интервью еще раз. Круто. Да. Слабо на канат залезть? На вот этот? Да, на этот. Давай, сейчас попробую. Давай попробуем. Давай. Данзан, попытка номер два, давай. Хорош. Ой, красава. А говорят, дрочишь, да? Вот доказывай потом, что у тебя мозоли. Смотри, что у тебя мозоли не от того, что ты дрочишь, а от того, что ты по канату лазишь. Жесть. Дэн, а.к.а. DB. A.K.A. V.L.A.D. A.K.A. Say R.N.O.I.A. Мы начинаем наш фристайл. Yeah. XIX век лишь только стартовал. В русской поэзии зреет скандал. На одной из туз литературных акул Пушкин сказал, что Гоголь олдскул. Такие оскорбления Гоголю не прощаются. В царско-сельском батл намечается, как пишет главный журнал «Современник». Батл назначен на понедельник.